Очередной теракт в столице Ирака Багдаде. Два заминированных автомобиля взлетели на воздух в центре города. В результате взрывов погибли в общей сложности 13 человек. Первый теракт произошел на автобусной станции. Он унес жизни 9 человек. Ранения получили 16. Вторая бомба сдетонировала на стоянке автобусов и такси на севере иракской столицы. Ответственность за вылазки пока никто на себя не взял. Ведется расследование.